Ребят, привет! С вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить второй резидент компанию с Леона Кеннеди. В прошлом эпизоде исследовали немножко полицейский участок. Вот. То, что можно было исследовать пока. Взяли два изумруда, ключик, вот. Сейчас отправимся в другое крыло здания. Так, здесь у нас толпа зомби. С ними расправиться. Так, наверное, проще будет взять ружье. Тоже жмуры ждут нас, поджидают. Еще живой. Так, того лежачего мы трогать не будем. Да что ты будешь делать-то? Да, с патронами. Не айс. Так, кто-то еще тут рычит. Где-то. Лента. Здесь у нас что-то должно лежать, по-моему. Да, трава. Комбинируем. Так, откроем сейф. Код у нас 2236. Мы вычитали это. В документах взяли патроны для дробовика и карту полицейского участка. Так, ружье сразу перезарядим. Так, у этого, по-моему, патрончики должны лежать. Да какая проверка-то? Так, здесь у нас травушка. Закрыто изнутри. Ладно. Ты куда-то повернул-то?
Так, двигаемся дальше. Здесь у нас ничего. Сразу освобождаем место. Опа-опа-опа. Да твою-то мать, а. Женщина, успокойтесь. Да ладно. Так, возьмем красную траву. Здесь у нас должен лежать ключик. Угу. Ну, вроде как все. Теперь возвращаемся обратно. Да блин. Как так-то? Угу. А, черт. Ну ладно. Так, выкладываем записывающую. Вот это возьмем. Это смешаем. Вуаля, патроны. Делаем перезарядку сразу. Так. По-моему, ключик этот еще куда-то должен быть. Отчет патруля. 20 сентября, 21 час 30 минут. Записал сержант Нил Карлсон. Мы получили сообщение о подозрительной личности, прячущейся в канализации на окраине Ракун-Сити. Прибыв на место, мы обнаружили подозреваемого. Однако ему удалось сбежать, и мы не смогли его допросить. Были обнаружены следующие предметы. Небольшое количество взрывчатки С4, электронный детонатор, инфракрасный прицел, сломан. Конец отчета. Еще лента. Лента-то навалом. Получается, как бы все мы все равно не израсходуем.
В принципе, можно уже больше не брать ленту. Так, лестницу надо пододвинуть. Берем рукоятку. Так, здесь больше ничего нету. В этой серии, наверное, доберемся до библиотеки, там разгадаем головоломочку одну. Сохраняться пока еще не буду. В принципе, 6 хватит, я думаю, да? Так, рукоятка тоже пока не пригодится. Ставим ее. Чтоб место не занимало. Как раз мы сейчас и двигаемся в сторону библиотеки. Откроем ключом дверь. Вот. Все, ключ можно выбросить, он не нужен. Так. Заряжу полностью. Ну давайте, ребята. Сколько же вас тут? Отлично. Патрончики. Вот, собственно, головоломка. Возьмем красную траву. Запустить ее сейчас будет. Бронзовая пластина какой-то картинкой, с какой-то картинкой. Так, запоминаем. Как нарисовано на картинке. Запускаем. Все, теперь можно колдовать. В принципе, здесь ничего сложного нету. Два шкафчика передвинуть вправо. Это все. Вставку слон. Так, наверх пока не идем.
зомби. Опустим лестницу. Ах ты, падла. Как ты тут вообще оказался-то? Да куда ты вверх-то стреляешь? Что вообще, блин, у меня с джойстиком непонятно. Аптечку. Так. Стратим вот эту. Ладно, это возьмем ленту еще. Так, ключик. Дневник секретаря А. 6 апреля. Я по неосторожности сдвинула одну из каменных статуй на втором этаже, когда облокотилась на нее. Когда шеф узнал об этом, то чуть не убил меня. Он орал на меня как сумасшедший, требуя, чтобы я никогда больше не трогала эту статую. Если эта штука так дорога ему, то почему бы ему тогда не убрать ее куда-нибудь подальше, а не выставлять посреди комнаты? 7 апреля. Я слышала, что все предметы из его коллекции представляют очень большую ценность. Каждый экспонат стоит десятки тысяч долларов. Даже не знаю, что является большей тайной, где он достает эти ценности или откуда у него деньги на них. 10 мая. Я не удивилась, когда увидела, что шеф принес еще один экспонат для своей коллекции. На этот раз это была большая картина, на которой было изображено повешенное какого-то голого человека. Меня совсем обескуражило выражение лица шефа, когда он любовался этой картиной. Не представляю, как такие ужасные вещи могут называться произведением искусства. Аптечку. Что, можно тогда сохраниться, наверное. И продолжим уже в следующем эпизоде. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Я со всеми прощаюсь, до новых встреч. Всем пока.